Начинается у нас утро. Всем доброе утро. С вами канал Артмания. И моя семья. Пью я кофе. С такой вот новенькой чашечки. Там, вот он, да. С той стороны. И с этой стороны поменьше. Вот она такая. Эту чашечку мне подарил папа. Это его чашечка. Себе он покупал на будущее и подарил мне. Таких стаканов я еще не пила. Она довольно такая крупненькая. В ней я сейчас буду заваривать чай, это кофе. Ой, из-за ремонта соседей, как я уже говорила, я стала кофеманкой. Но сегодня я еще не выспалась, легла в 3 часа ночи, потому что монтировала много. Вот, и покажу, у нас тут снег вчера шел. Очень сильно. Сильный такой снег. Такие, ну, они такие, знаете, были спокойные. Такие вихри. Такие не быстро летящие. Такие классные вообще. Шел ночью. Конечно, ночью я вчера само собой записать не смогла. Вот, но на утро немножечко осталось. Хоть его и мало. Вот. И уже почти через неделю будет у нас начало зимы. О, что там мужик понес. Люблю смотреть в окно. Что-то понес линолеум, наверное. Вот. Классно так. Да, у нас, кстати, сегодня солнечно. Голубое небо. Так прям классно. Там гнездо, кстати, вот. А мы первый раз в этой квартире будем встречать зиму. У нас конец 2018 года. Я даже не представляю, как ляжет снег здесь. Вот это вот дерево здесь очень красивое. На нем листочки еще пока. Вот как здесь ляжет снег, как вообще тут будет зимой. Чистят ли здесь дороги, потому что на той квартире у нас тротуар был. И его всегда чистили. Там всегда, практически всегда был асфальт. И было очень удобно идти вдоль дома. Здесь тротуара, конечно же, нету. Вот, и не знаю, будет, как вообще здесь будет зимой. Очень интересно, насколько здесь будет красиво. Особенно вот эти вот палисадники там. С той стороны, вот, со стороны Димы там, наверное, вообще будет шикарный этот двор. Там тоже палисадники, наверное, будет красиво. Такое небо голубое, сразу просыпаешься, откроешь глаза, голубое небо, вот, о, наконец-то солнышко. А то прям несколько дней уже уходишь, такое настроение какому-то плохому, что солнышко уже несколько дней нет, еще соседи ремонт добавок делают. И устаешь от этих звуков, конечно, на кухне вот я сейчас зашла, слышно очень. А в моей комнате и у Димы там вообще почти, ну так чуть-чуть зу-зу там доходит. Вот, но муж вчера общался с соседями, и те, кто на той стороне, у них там вплоть до 8 этажа все слышно, стены дрожат. И начали сегодня сверлить с 8, ой, господи, с 9:15. Вот, такое вообще впервые, не знаю, вчера во сколько было, чуть-чуть, может быть, слышала. Конечно, раздражает все это соседей. Не знаю, может быть, новенькие въехали, может, просто ремонт делают. Не знаю даже. Вот, ремонт, кстати, делают на нашем же этаже. И да, и тот мужчина, когда я говорила, то, что приходил, долбился в дверь, видимо, вот он думал, что это у нас ремонт, поскольку мы новенькие. Соответственно, все думают про нас. Вот. У нас ремонт частями. Мы не сверлим смысл. Ой, все на работу, едут на работу. Ух, там холодно. Бррр. Трамвай вон идет. Сейчас выйдет. Вот. Ты пошел. Дорога прям рядом. Так, вот я сделала уже завтрак. Диме кашику сделала. Тут уже остаточки мало немножко получилось. Тут у меня кофе стоит моё.
Вот. Пока пойду кормить ребенка, а кофе тут настоится. И здесь молочко. Вот такое молочко Дима пьет. Просто отдельно, но не пьет, не хочет. А вот я делаю молочко с печеньками. Ему очень нравится, для него это десерт. Вот они сейчас набухнут. Отдельно печеньки, ну, он ест, но, блин, там потом столько крошек. И я боюсь, то, что не в то горло полют эти печеньки. Он может... Ну, сами знаете, короче, что... Ну, боюсь, короче. И поэтому я ему здесь вот так намакиваю. Ему очень нравится. Они сейчас размокнут. Вот тут. Вот набухнут. Будет вкусно. Он любит такой вот очень. Кусочками я ему даю. Вот этому десерт. Обычно я десерт даю в обед. Сегодня, поскольку каши мало, я даю с утра десерт ему. А потом, не знаю, может быть, если он не наест, я смесь заварю. И сегодня буду крутить яблочки. Обычно я накручу сразу на 2 дня. Потом добавляю яблочки, прокрученные в кашу. Либо так едим, то есть без каши. Вот. Сейчас они набухнут у нас. Вкусно будет. Еще, наверное, добавить надо. Хотя тут уже осталось. Печеньки, кстати, чисто детские. Для детей. Вкусные довольно, кстати, вспоминается детство. Соседи там шумят. А тут, кстати, вот этот у меня стоит водичка. Я обычно ставлю в холодильник, она холодная, чтобы сделать определенную температуру для смеси. То есть не в кипяток, а сначала я воду разбавляю, чтобы ее можно было пить, не обжигаясь. Потом засыпаю. Я вчера забыла убрать. Вот. Сейчас пойдем с вами кормить Диму. Дима, привет! Поближе, давай, сюда. Дима! Дима опять устроил у себя в постели непонятно что, но в этот раз, спустя столько дней, нормально, более-менее чисто, что мне не приходится. Идем, давай, попьем. У Димы компотик, очень любит он его. Идем, попьем компотик с тобой. Идем! Зайка! Идем! Давай, компотик! Компотик, ты пьешь, как маленький олененок. Присосался. А тебе мама сегодня вкусняшки принесла, да? Ты же знаешь, что у тебя сегодня на завтрак, сына? Ты не знаешь, что у тебя сегодня на завтрак. А камера знает уже. Уже знает, да. Ты как на нее искоса смотришь. Чего ты так смотришь искоса на камеру? Скажи, сейчас, как она закричит вдруг, я испугаюсь. Дё. Дё. Кто это такая, скажи, пришла к нам в гости? Да ты какой олененок маленький. Да посмотрите на него, как он пьет. Как ему нравится компот. А, он еще компот теплый. Он очень любит горячие напитки. Это он у нас в отца. Отец у нас пьет раскаленное, кипящее кофе. Вот сейчас мы его будем с вами кормить. Да? Давай. А? Да, вот так Дима кушает у нас. Да. Мяч. Да, мяч. Как гуси разговаривают? Ба-га-га. Га-га-га, правильно. Как лягушка разговаривает? Ква, ква, ква. А собака? Гав-гав-гав, правильно, молодец. А мышка? Мышку мы с тобой второй день изучаем. Пи-пи-пи-пи-пи. Правильно, молодец, сына.
Ну что ты руку свою кусаешь? Такой голодный? А? Ням-ням-ням-ням. А часы как разговаривают? Дима, часы. Часы как разговаривают? Вот они, правильно, на стене висят. Тик-так, тик-так, молодец. А лошадка как разговаривает? Как разговаривает лошадка? Да. Дима, лошадка как разговаривает? И-го-го. Лошадку только вчера с тобой стали изучать. Как? И-го-го, лошадка. Да? Да, зайка? А кошка? Кошка как разговаривает? Как разговаривает? Ты куда ушел-то? Дима, тебя не видит камера. Ты куда? Как кошка разговаривает, Дима? Мяу! Мяу! Да? Мяу! Кошка разговаривает. Ты же вчера мне показывала. Да? Кошка разговаривает. Мяу! У тебя каша выскакивает, Дима. Ты прожуй, а потом будешь петь. А какой Дима большой? Покажи, какой Дима большой. Покажи. Дима высокий? Высокий? Дима высокий? Покажи, какой ты высокий, Дима. Дима, какой ты высокий, покажи. Не хочешь? Что ты у меня заниматься, который день стал плохо? Ну давай, пой, пой, пой. Пой, пой, танцуй, давай, давай, танцуй. Давай, ломай кровать, ломай. Та-та-та-та-та, татушечки, та-та-та-та-та-та. Давай, давай. Давай, пой, пой, давай. Давай, давай, давай. Давай, да. Давай, давай, больше, больше прыгай, бедная кровать. Танцуй, танцуй, куда пошел? И куда пошел танцевать? Танцуй, танцуй, Дима. Танцевал? Как твой танец называется, Дима? Тя-тя-тя. Давай кушать дальше. С едой ты, надеюсь, скакать не будешь во рту? Давай, олененок. Да что ты весь танцевал? А кушать ты будешь? Ты будешь танцевать сегодня? Утром? И петь, да? У тебя песня сегодня новая, да? О, не, камеру трогать нельзя. Ну, да ты, эй, ты куда? Ты куда? Ножку свою. Давай кушать дальше. Танцевали мы, попели. Дима, ты куда делся? Ты что? Ножками помотать надо, да? Беспорядок, вот камеру твою увидела. Мама наводит порядок, ты разбрасываешь, да? Вставай, 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 вставай. Ой, тя-путя, путя, путя. Ой, встали. Кушать, давай дальше. Какие у нас там еще с тобой животные? Это я уже забывать начинаю. Их становится все больше и больше. А тигр? Тигр мы с тобой не изучали. Как он кричит? Как он разговаривает, Дима? Нет, это корова. А тигр? А корова как разговаривает, Дима? Дима, куда пошел? Да, му. И рога показываешь, да? Корова разговаривает, да?
А поросенок? Правильно, хрю-хрю. Хрю-хрю, да, поросенок разговаривает, так? Так, сейчас еще буду делать компотик себе. Пока он остынет. Такая вот клюква муж купил. Состав у нее клюква и сахар, и все. Как называется? 100 ев. Такая вот упаковочка. Такая баночка симпатичная. Потом я планирую из нее подсвечник делать. 280 грамм. Не знаю, сколько стоила, но я думаю, что она не дешевая, потому что она действительно очень вкусная. Чувствуется, что это просто клюква. Может быть, немножко даже вареная. Не знаю, там какая. Или сырая, не знаю даже. Растертая с сахаром. Очень вкусно. Ее и так можно кушать. Я ее добавляю как компот, короче, делаю. Ее добавляю и воду горячую. Сейчас я это буду делать. Мы уже ее съели. Вернее, не мы, а я. Начал муж. Что-то подумала, не очень люблю всякие такие варенья. Не ем особо. Вот она. Такая вот. Пук-пук. Через камеру смотрю, не мимо. Вот, и очень просто. Очень-очень-очень безумно вкусно. Не знаю, мне кажется, наверное, даже будет вкуснее, если минералку добавить, как лимонад получится.